Добрый день, уважаемые зрители. Мы сегодня на трибуне стадиона Anfield Road вместе с моим коллегой. И вот Ливерпуль. Три нападающих. Это серьезная угроза для соперника. Да, и в атаке им также будут помогать игроки средней линии. Команда предпочитает действовать преимущественно на контратаках. Думаю, и в этой игре мы увидим что-то подобное. Скорее всего, отдадут мяч и будут терпеливо ждать момента для стремительного рывка к воротам соперника. Добрый день, уважаемые зрители. Мы сегодня на трибуне стадиона Anfield Road вместе с моим коллегой. И вот Ливерпуль. Три нападающих. Это серьезная угроза для соперника. Да, и в атаке им также будут помогать игроки средней линии. Команда предпочитает действовать преимущественно на контратаках. Думаю, и в этой игре мы увидим что-то подобное. Скорее всего, отдадут мяч и будут терпеливо ждать момента для стремительного рывка к воротам соперника. Добрый день, уважаемые зрители. Мы сегодня на трибуне стадиона Anfield Road вместе с моим коллегой. И вот Ливерпуль. Три нападающих. Это серьезная угроза для соперника. Да, и в атаке им также будут помогать игроки средней линии. Команда предпочитает действовать преимущественно на контратаках. Думаю, и в этой игре мы увидим что-то подобное. Скорее всего, отдадут мяч и будут терпеливо ждать момента для стремительного рывка к воротам соперника. Игра началась. Ливерпуль с мячом. Нет, не дошел этот пас до адреса. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграли. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Отличный вынос. Садио Мане.